Блять, я за подмогой на. Вот на меня уже заходит. Вижу, вижу. Я у тебя справа. Атакует. Да, вижу. Пошел, пошел. Ой, он сорвал, сорвал, сорвался. 13.07 говорит. Да что так фрезит-то? Заходит слева. На штуке летал, и мне плохо. Я себе такой стрит наебнул. 8 самолетов, блять, за 2 дня. 4 вылета, набил 8 самолетов. Там живой, нахуй. Такой радостный такой. Так, а что ты тут дымная какая-то? Давай, Серега, берешь его, нет? Да. Штука дымная, блять, низко не пойду, нахуй. Пойду к вам. Просто я ебать эту штуку. И такой, блядь, уже потирая ручки, нахуй, пикирую, отрываю все 2 элерона, нахуй, в дерево, блядь. Пиздец, стрику, блядь. Твою мать. Ой, по мне кто-то промазал. Блядь, так этот мессер, сука, за мной так и идет, Серега. А вы где? 13.07 по-прежнему. Готов. Ага. Бронебойщик, мило дело. Он на лаге. Но... На нами версия. Я на якоре, я на якоре. Я на лаге. О, видишь, заебись. 13.07. Так, еще вы... один. Еще один мессер выше. Прямо над нами, Серега. Я там не супал. Вот где инверсия, он это над нами. Место положения свое. Так, тут 2 мессера, Серега. 13.08, сектор 4. Принято. О, я кого-то тут вижу наверху, блядь. Ой-ой-ой. А тут мессерок. Мессерок тут, походу, над вами. Ну вот надо мной мессерок. А, это лавка выходит. Так, 2 мессеров у меня здесь. Ох ты, у меня тут 4 мессера, блядь, и 2 из них. Серега, это я у тебя справа, о, слева, да? Да-да-да. Серега, я под тебя подныриваю, на меня пошел мессер. Мессер на меня пошел. Я бы не смеялся на том месте. Не пошел, не пошел. Идет, Серега, за мной. 2 идут за мной. Падаю. Опа, вижу. Так, один вниз пошел к вам пикировать. Да это тогда хуя. Ой, за мной еще. Тут четверо. Плотно, наверху, плотно, плотно. Нормально, все, я прошел. Так, а его кто-то подбирает. Да, 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 да. У себя 6 проверь, у себя 6 проверь, кто-то вытягивает там. Это я за. Еще один. А, вот мессер наверх ушел, кажется. Блять, ну а что-то так плохо видно, нахуй. Так, вы вдвоем за мессером идете? Ну, у меня сзади еще мессер. У вас сзади наверху прыгает. Я вот на заднего пошел. Так, это чего у меня? Мессер прошел мимо меня. Так, атакует мессер. Ну, он издалека атакует, якоря вот этого, да. Так, вниз посыпались, я за вторым мессером пошел. Так, все, я нахуй не смогу спикировать с такой высоты. 2 мессера отошли куда-то вперед, блядь. Не спадает, не спадает. Ага. А, на 280. Так, ты берешь, которого вверх пошел? И я самого нижнего. Потому что если я ниже. Все, давай, я верхнего тогда. Все понял. Если дотяну, блядь. Да. Блядь, ты же сказал самого нижнего, Серега. В рот, блядь. Ты че второго-то? Он же второго-то надо было брать, за которым тот бежал. Блять, еще 2 мессера ушли, блять. Вот он. Вот. Пробил его, на. Готов, без крыла. Нижний был, который побежал, Серега. Ёпта, ты чё? Мессер пробил. Над лесом еще один мессер был. Блять, чё ты меня съездил? Ебаный враг. Иду на твоего мессера. Да все, он меня срезал. Руль высоты срезал, направление. Там еще 110-ка, что ли, у вас? Да нет. Кто-то тяжелый еще там, блядь, летает. Так, побежал за ним курсом 90 на. Так, я его догоню, у него подвесено. А, чтоб меня там с 6 не срезали на.
Да. Да я вот, блядь, 13.08 прям над танками, блядь. А, иду туда. Пытаюсь найти, куда видишь, погнал мессера, блядь, не видишь, нихуя. Это на нулях там. Вот о, о, один мессер здесь по моей высоте есть, блядь. Не, я повыше пойду, 1005-6. Я тут с одним завязал. Где? 13.08. Высота. Да, над танками. Да, 3. Все, иду. Я сбил его. Угу. Блять, на скорости прошел. Куда гонишь теперь еще? Ты не затем пошел, Серега. Ну я видел, я последний, смотри. Нижний, нижний это тот, который, за которым бежал тот Яку, у которого ты 6 снимал. Он оказался внизу, а этот пошел вверх, который, которым ты пошел. А ты сказал, что пошел за нижним. Ну, я смотри, шел. Як, мессер, якорь, мессер. Они вот повернулись и пошли вниз. Я пошел за вот этим мессером. Я его четко видел сквозь облака и на него выходил. Но он пошел вверх, а ты сказал, что ты берешь нижнего. Но он же последний был, вот этот, за которым я шел. Второй. Витёк, на якоре 160 идем. Ну да, но ты же пошел. То есть ты неправильно. Их было два мессера. Один впереди внизу остался, другой пошел вверх. Ты сказал, что берешь нижнего. А я пошел на верхнего, который пошел вверх. И ты, получается, тоже пошел на верхнего. А тот нижний съебался. Высота сбилась. А-а-а, верхний вот этот ушел, который потом меня сбил сверху. А, ну не видел я его, блядь, не видел. О, вижу стрельбу какую-то. Это я стрелял. Вижу, ага. Я его хочу пугануть. Так, Витёк, где вы? Скажу. 13.07.6 на 1000. А, всё. Он куда-то к Зенам туда посыпался, блядь. Да. Блядь, вот не оторвать бы эти ёбаные крылья. Короче, они атакуют нас, блядь. 13.08. Так, я этого пришлось открыть. Понял, иду. Тен, ты наверх, да? Да, я наверх пошел, блядь. Вижу его, вижу его. Он пошел на зенитку. У вас высоты 1000? Вижу. Не, 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 у облаков. На нулях? Да. А, вон, вижу, ага. Так, я одного закручивал, нормально. Я наверх пошел, привычка. О, как у вас там интересно, мне клавно. Ну, начинается. Опа, опа, Дэн, вижу, все там. Так, это лаг, блядь. На лага. Так, да один что-то влево уходит, другой зависает. Нахуй такого брать-то, блядь. Вот я, блядь, его с тобой попутал. Вот кто-то выпрыгивает сейчас. Ну наверх. Это я вот наряд, ну да. Да, все понял, да, ты. А вот подо мной где-то месяц. Я за ним шел, блядь. Пикирование он. Ты вот как короче, шел, он влево от тебя прям, ага. И что-то я его потерял, я не стал. У меня уже засвистело, я же закрылся за эти ебаные вероны, напугался. Так, смотри, кто-то разбился там. Так, это мессер разбился. А дым не наш, да? Так, где-то еще был мессер один, на. Да тут было до хера, бля, двое ушли к себе, я видел, блядь, уходили. Пойдем наверх. Один наверху мессер, я только что его видел. Но с ним был якорь. А вот я с ним был, блядь. Он спикировал резко, он, скорее всего, вот он и разбился, блядь. Дэн, какие да, якоря? Да, я на якоре. Да. А как же папа боль? Давай, блин, лак, да я уже вся лак. Жопа, блядь, в шрамах, нахуй. Блядь, ну только что два мессера уже видел, один упал, а где еще один? Красав. Ты же так. Ищешь легкий нагиб, а это же не наш метод, блядь. Да, легкий нагиб это. Дай оно, да. Да, оно, я у тебя, блядь, слева на. Право, лево, сено, солома, блядь. Вижу. Все, давай. Иди. Ну чё, пошли к ним на территорию, я там столько пропустил, блядь, это пиздец. Так. Летел, все, я с 5000 смотрел, штука улетает, блядь, два мессера улетают, нахуй, опа, есть контакт. Где? Курсом где-то 300, блядь.
Ты давай нет, смотри, нет, да, пизжу, 200, моя, блядь. Да. Слушай, 200 высота. Я не знаю, красный это синий пока. Твои, видимо, оно дали. Это явно. Надо идти к их стороне туда. Ты нас с Олегом летали. Смотрю прямо кон. Ему вслух говорю. Так, прямо у меня две машины. Одна в левом вираже. Хуяк в чат пишет. Это я. Я такой, не понял. А справа кто? Это я, блядь, следующий пишет. Тебя прослушивают. А это что за контакты над облаками? Ведь у нас слева выскакивает. Это кто, блин, блядь? подожди, я... Почему? Наш, это наш. Я в настройках, да. Ёбаная тётя, блядь, какие настройки, блядь. Да я тут чувствительно регулирую. Пошли в сторону их Филдена. Да. А я туда и идём. 14.06. Вперёд туда. Под тобой. А, вижу. Так, я и понял. Что у меня тут за инверсия, падение, блядь. Ты наверх вправо, да? Опа, есть синий. Давайте, 14.06, сектор 6. Я за тобой иду, Олег. Синий идет. Вдвоем за тобой. Курсом 240 идем. Северо-восток. Он чуть ниже, на. Так это ж все и можешь. Так это ж ему ж пиздец же. Блять, я пикировать теперь боюсь на этом говне, блядь. Так, да, я у него вообще охуенно на солнышкино. У него аккуратно. Так, ну что, ты будешь его аннигилировать? Да, он захожу на него. Ладно, давай, я тогда не буду заходить, я надеюсь, попаду. Да, над нами смотри сверху, кто двое. А мистера, наверное, его знает. Опа, это кто такой? Пошел на меня разгоняться. Да, вижу, это мистера, блядь. Аккуратнее, Олег, ты стреляешь? Да. Олег, смотри, на тебя сыпят за 20, блядь. Падение. Заходит внимание. Прямо. И еще один. Да, Витек, блядь, я верхнего тогда беру, я чуть выше, блядь, с ним. Это да какой у вас квадрат? До верхнего не дотянешь. Да я его выше, блядь, как я не дотяну? 13-16, сектор 3, переходим в 13-16, сектор 1. Так, верхняя лапка, блядь. Да ладно, 13-17. 13-07, блядь, 17. Ой, блядь. Тёк, блядь. Фу, блядь. Завязывай бухать. Всё. Да я просто быстро смотрел, почему бухать. Так, я избития не видел, Олег, ты с ним? А, вот, атакуешь. Дай, ну. Сейчас, готов, нах. Подожди, а кто за кем тянется? Ну-ка, 6 проверяем. По-моему, у нас тут еще мистеров, блядь. Ну, смотри. Дай мне одно там. 14.08, 8 сектор идет, блядь. Вот кто же... Ты влево? Олег, ой, фу. Да. Я влево? Не, это красный, походу. Красный за красным идет, блядь. Блин, вообще, что-то я все теряю, никуда не попадаю. Это нормально. Это нормально. Да, точно красный, блядь. А наверху, и наверху красный, блядь. Я не знаю, я за кем-то лечу, вот кто... Ты за лавкой летишь, блин, ё-моё. Иступистость, звукоитесь, блин. Да, блин, ну говорю, да, но... Я тебе сзади дал оно, блядь, ты смотришь вперед, блядь. Да как это не знаю. Я сзади за тобой в левом разворачиваю. А вы высоко-низко? Да на инверсии он уходит, палит всю контору, блядь. Кто к вам там подходит? У вас там трое на инверсии. Те трое наши. Там сбивает, ходит, блядь, контору ему палят, блядь. Кто тебе палит, ты там, наложил там целый наоборот, огород, блядь, пригоняем. Посеял там. Мы наоборот их к тебе скидываем, блядь. Не говори, блядь.
Там. Там же летят. Высоко. Там безопасно. Витёк, пойдем тогда в это. Так, а кто тут снизу, блин? Это я, оно дал. Нет, без оно. Это что-то, блядь, не то. Это лапка, что ли, или это ёпта? Или так, это плохо, сзади, блядь? Сзади нас. Ой. А, Витёк, у тебя справа, посмотри сзади сейчас. Кто это, блядь, ближе к тебе? Кто это? Да, это не второй. Кто это, да? Не второй. Не-не-не, я под вами. Я под вами. Да не он. Да. Ух, нихуя, я как умудрился почти на 6-то вылезти, блядь. Что-то выпрыгнул. Ну, как булки сжал, так, блядь, и попёр, блядь. Так, надо валить отсюда. Пошли туда, к ним, блядь. Вот 14-06. Не. Да, да, да. Вон видишь, кто-то на востоке да летит. Нахуй, X, наверное. Пойдем лучше куда-нибудь сюда. Иди за мной, там. Иди за мной, там много вкусного, я тебе покажу. Да? Пошли. Да. Главное, пост. Там главное не очковать. Ты как это, блядь, без этого? Я без этого не могу. Дай ногу. Там. Все, я с тобой. Да, да, ты за мной. Пошли их прыгнем. Блядь, взял, вышел из игры. Вадим, давайте тут я вместе. Ровный. Пары, две пары. Блядь, я так понимаю, вы пара будете на 6, а мы пара по низам? Хороший мне план. Мне все равно, блин, что скажет твой будни. Хороший план. Я с такой прикрышкой могу хоть по нулям. Так, а где ты, Серега? Ты... Слева от тебя, Витёк, оно дал коротко. Не рассчитывал бы на прикрышку. Ага. Пошли, как все было. Красный сейчас, блядь. И не, ты ну... же знаешь. Я... Меня бывает как переклинит, я начинаю своих гасить. Если что-нибудь скажем, они пролетят. А, ну они-то да, они да. Га, блядь. Они могут. Ну да. Вы вниз там смотрите, там... Кто там вас не прошел? Прям уже у Филда, уже на радаре, наверное. У меня уже глаза на весь этот, блядь, фонарь, нахуй. Смотрим, блядь, прям вообще. А инверсия начинается, я так понимаю, в районе 3500. Опа, 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 есть контакт. Давай. Слева у тебя я. Серега сзади идет. Олег бродил своим этим. Опа, опа, опа. Это моя, она ехали в машине один раз, блядь. Ну, что-то так хорошо в поворот заходили, а ты знаешь, на спинкер вжалась такая, оп-оп-оп-оп-оп. Пассажирство было. Ну, мы где-то там на 140, наверное, заходили. Ну, это нихуя вы, блядь, там заходите. А там плавный поворот. Там не только опа, блядь, там ебаный в рот, сказать можно. Так, так что-то никого нету, блядь. Да, это Олег. А вот за ним кто идет? Серега. А что они там, блядь? Они. Люди-то хулиганы. Надо идти кто тогда к нашим взлетает? Этим, блядь, целям. А цели тогда идти надо, но. Пойдем. Че, куда пойдем? А вот. Да мы ж только что были на цели, никого там нету. Так, есть инверсия, вон, впереди. Есть мессер, мессер впереди у меня. Где? Прям впереди. Блок идет. Ага. 14.05, пятый. Шарится, шарится. А я вас вижу пока. А, маленький такой, аляр. Он. Это даже не алярм, это алярмчик, блядь. Сейчас его там растерзают, блядь, на лоскутки. Алярм надо... Нет, это нахуй, ё-моё, блядь, ё-моё, блядь, блядь. Чё за, блядь? Почему такие стали лаги большие, когда самолет появляется? Ну? А потому что они правят и у них это провалит. Конкретно.
Да. Поэтому, блядь, у нас появляются ни с того ни с сего какие-то лаги. Задержки, которых не было до патчи, например, или вообще не было. Вот мне никто не говорил. Говорили все что-то там. Оп-оп-оп, у меня лагает. Оп-оп-оп. Сейчас где-то красненький. Хуяк точно красненький или синенький. Да. У меня такого да. не было. А сейчас есть. Не, у меня было. И, а у вас контакт какой-то еще. Это красный или кто это? Да, красный был лагерь. По-моему, мессер, блядь. Мессер? Где? Красный, блядь, подожди. Якорь, вы на якоре заходите. Который вверх тянет в левом вираже. Нет, нет, под ним. Да, свои, вас, свои все. Свои, да, блядь. Витёк, у тебя сзади тоже свой? Я, да. Не вижу, нихуя, лечу, бля. Ладно, чё, пошли в центр тогда, чё тут никого нет. А центр это что? Ну, в этот. Ну, запад. 14.08. А, блин. А может мы им филд задрючим? Подойдем на 6, как будем там. Да видишь, мы уже сколько здесь летаем, они даже сюда не летят. Там доктор с хорошим интернетом пришел. Сейчас будет хорошо сбиваться. Сейчас мы его попробуем. Он и с плохим хорошо сбивался, а сейчас будет вообще всласть. Блять, может правда, но... Так что у меня с топливом, блять? А топливо норм. Так, Витёк, наш, оно... и еще один. Видишь, на 12 контакт на нашей высоте, Витёк? Дальний. Вижу. Ближний вот наш, а поворачивается. А вот у меня кто падает на дверь. Это наш, а там дальний тоже наш. Да, вот юбан. Вы космонавты, а? Вы что так высоко летаете? Бля, нихуя. Вот бы сейчас пару Г2, да? Это все в следующем месяце. Г2, 8000, ваше все. А, бля, возьмем Г2, будем на трёхку летать вдвоём. Ну да, так и делается. Ну чё, блядь, такая бригада, пойдём. Идём, идём, чё ты, я знаю, пойдём пиши. Ты не кипиши, главное, ну чё скота. Как в том анекдоте про двух быков, старого и молодого. Да, стоящих на горе? Ну-ну. Давай я расскажу. Кто уйдет? Да, видишь, ладно. Не знаешь такого анекдота? Такая борода, бля, Витёк, ты чё, блин? Я даже стесняюсь его рассказывать. Да? Ну. Там борода на полу уже у этого. Чё там стесняться, нахуй? Рассказывай, ну. Это своё чисто добавь, да. Надо же делиться базой данных. Молодец. Не говори. Я и то делюсь с младшим. Ааа, я мессера нашел прямо передо мной. Я первый, нахуй. Алярм, блядь. Вообще, как бы, по правилам хорошего тона, блядь, хорошо бы делиться с друзьями. Да. Но вы все равно там где-то далеко, но... Не-не-не. Вы не успеете, нахуй. Я рядом, блядь. Я всегда рядом. Главное, чтоб он видел, блядь. Наверх тянет. Ну правильно, движок же вытянет. Хули там. А куда хоть тянет-то наверх? Подскажи, мы там. Вираже стоит. В православном вираже. И сорвался. Дэн, ты, смотри, ой, Дэн. Бля. Чего смотреть-то? Куда справа смотреть? Справа от нас на час. Ой, блин, ветки вот так вон. Я вижу, справа от нас кто-то горящий падает. Кто-то крутится там. Нет. Да, давай, давай туда, к горящему вот идем. Так да. Все уже. Горящий, да, все. Там справа, мессер, по-моему, слева. Все. Справа, смотри. Справа, все, вижу. Прям вижу, под да. солнцем, две инверсии. Да, да, вот из-за солнца я их не сразу увидел. Серега, видишь высотников? На солнце, под солнцем, прямо, под солнцем. Прямо, да, будет вижу, да. О, вот это клиентура. Они от меня уходят. Блядь, а один наш, да, хоть. Все, наш. Да ёпта на это, блядь, сколько тут наших, что, блядь.
Так, под тобой еще один. Они, видать, по нулям. Вот не знаю. Это наш, блядь, тоже. Ага. А вот еще от меня слева, блядь, летит откуда. Ты или где? Я походу у тебя справа. То есть у меня навстречу про. А. Да, волно. Ага, идет. Есть. Видишь, да, ты сейчас в левом. Я у тебя слева. Да, я сейчас в левом, но, по-моему, это мистерок. Да, сто пудов мистерок, Витёк, давай за мной. Видишь, о, меня? Да, идем, вижу. Да, я его. Так, я мистера вижу, Серега. Да, 15.09, сектор 7. Да, он на 5000. Да. Это я слева иду, параллельно. Хуя там на него толпа, нахуй. Это вряд ли. Не. О-о-о, пиздец, там толпе на него на. Он даже не знает, что его уже поделили, блядь. Да. Сейчас будет все. Было, блядь. Он со мной столкнулся. Он тебя убил, нахуй, не столкнулся, нахуй. Он тебе крыло отстрелил. Он в меня врезался, блядь. Не. Он по тебе пострелял. Нет. Со стороны так видел. До столкновения было, я же видел, блядь. Ёбаный в рот, фонарь открыть невозможно, блядь. А ты, конечно, в таком хвале он тебя не откроешь. Это пиздец, блядь. И прыгнуть не получается. Охуенно, блядь. Он меня ударился, блядь. Вот тварь. Блядь, давай его собьем. Да, верзлявый, блядь. Он меня ударился. Эх, блядь, не довернул, нахуй. Так, готов. Не, нихуя. Бля, я ему так не ебал, бля, нихуя. Ну, одно попадание было, ну, 20-ка. Да, давай, что? Иди, добивай его. А, он что-то там штопорит, бедный, нахуй. Я ему въебал, нормально, я тебе говорю. Все, он, кажется, прыгнул. А, нет, на. Вышел. Я понял. Ай, в облаке он. Вижу его. Так, кто в облако падает, у тебя будет 6 мистер падает. Вот это оно, это у меня 6? Да. Ах ты ж, сволочь. Да, вижу твоя 6. Серега стреляет. Я его убью. Нет. Его? Да. Ты у него на 6, Серега? Да. Блядь, да что такое? Ебаный урод. Кто такое? Да. Так, я ему пробил крыло правое. Какие нахуй краники, заебали эти краники все, блядь. Ой, блин, аккуратно. Лак, тише. На проходиках. Да я что-то, бля, подожди, давно не летал. Втроём заходите. Есть, без крылана. Да. Да это хули, блядь, да стрелять. Вот я ему два раза попал в бронебоек, вспышки видел, а что-то у него ничего не случилось. Блядь, что тот-то хуй так улетел? Такой. Персий-то сколько? Это хули с вами интересно. А чё не засчитало что-то на? Чё за хуйня? Записала тебе. А я не видел. Тринойс какой-то, тинойс, блядь. Так, тут что-то друг на друга все заходит. Ну, вроде свои все на. Так, я домой, у меня топлива на нету. Я тоже пойду поменяю, не нравятся мне эти бронебойки. Как они могут, знаешь, не куда попадать, куда стрелять? Я не знаю, нахуй ты их берешь. Бери, отдачи нету. Попадания охуенные. Ай, сука. Я. Мига возьму со шваками погонять. Мига подрочу.
Не, лавка лучше, чем миг. Ладно, все, давай, мне попозже. Давай. Я у тебя слева, Серёжа. А все, это ты. Куда оно? Да, я у тебя слева на 10 где-то. Видишь? Да. Че Витёк ушел? Не знаю. По духашке убег. Может, домашние какие дела? Вчера бухамши, сегодня отдыхамши. А там война-то закончилась, там битву за колба не раздавали. 4 штуки оказывается. Лучшему бомберу, лучшему ястребу за обе стороны. Ну, штек. Попал в число получивших. Это хорошо вот так вот спонсировать. Притягивать народ. К работе в поту. Так, я у тебя буду справа садиться. Ты же проехал.